Во время тренировки президент повредил палец на руке, однако травма оказалась несерьезной. Вот что нам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Чувствует прекрасно. Собирается на встречу с президентом Лукашенко, а потом собирается играть в хоккей. Он просто во время одного из захватов палец чуть-чуть, скажем так, он ударился. Но это обычная травма, ничего здесь страшного. Спорт есть спорт.